Есть люди, не способные любить. Они искусно могут притворяться и, не умея чувства выражать, лишь могут в маске ловко наряжаться. Когда им нужен срочно ваш ресурс, они рядятся в разные личины, любое чувство вам изобразят и могут поменяться без причины. Такой скрывает тщательно недуг, ссылаясь на тяжеленький свой нрав, и бедным станет закадычный друг, ведь в споре только он и прав. Его желание просто обладать. Играя хитро чувствами других, он пустоту внутри заполнит вами, подарит вам карету на двоих. Изранит он ранимое сердечко и переступит жертв других ища. Вместо кареты вам подсунет тыкву, от вас скрываясь тайно хохоча. Не станьте жертвой, он неизлечим. Не исцелить его вашей любовью. Покажете, что он неповторим, и вскоре вас наполнят болью. Вас обесценят, скинув с пьедестала, чтобы другую следом водрузить, чтобы она пока что идеалом стала, ее в эмоции на время погрузить. Потом по кругу, дергая крючки, он побежит, овации срывая, и в этой страсти будто бы горит, на самом деле чувств не ощущая. Не может такой женщину любить, лишь потреблять всегда готов. Его желание дамам мстить, из детства родом, из стана игроков. Ломать он любит и контроль держать. Повиновение надо ему море, однако может быстро заскучать. Его натура для него на горе. Любите лучше девушки себя, внутри источник полноты любови. Учитесь чувства честно выражать, чтобы без лжи, полезно для здоровья. И вот тогда наполненность внутри позволит встретить вам того, кто станет лишь для вас гран-при и не захочет больше никого, кто сможет вас беречь, ценить, где будет понимание с полуслова и чувство на двоих делить. Вот истинная парочка готова.